Добрый день. Я вот хотел с вами поделиться некоторыми радостями, которые произошли. Ну, например, то, что наконец-то в конце прошлого года я съездил на родину Алексея Алексеевича, Чичамах, где мы подписали соглашение со Степаном Степановичем, с главой, соглашение о сотрудничестве, и Ассамблея народов учредила там как раз стипендию лучшим учащимся. Вот. Следующее, мы сейчас разрабатываем план популяризации и пропаганды трудов, идей Кулаковского, потому что уровень Кулаковского, он уже, если его читаете внимательно, он вообще по большому счету соответствует уровню тех идей и мыслей Льва Гумилева. Хватит Кулаковского изучать только в Якутии. Пора Кулаковского давать в мир. Надо начинать с Евразии. И вот именно этим мы хотим заняться. И, кстати, вот тут присутствует помощник Михаила Ефимовича, и Михаил Ефимович как раз мне об этом тоже сказал, что Кулаковского уже из якутского философа надо превращать в философа мирового. Надо делиться его трудами. Надо, чтобы его знали другие народы. И вот мы будем и дальше работать. Я пока не могу делиться своими планами, потому что вот буквально на следующей неделе мы будем встречаться у Ульяны Алексеевны Винокуровой, разрабатывать совместную работу, план наших действий. И хотелось бы, чтобы в первую очередь ярчайшие представители народа Саха нас в этом поддерживали. И не отнекивались, если мы вас будем приглашать на встречу с киргизской национальной общиной, с русской общиной, с армянской, чтобы вы шли и помогали нам популяризировать труды нашего замечательного земляка. Ну а так, всем большое спасибо, что вы пришли. И я надеюсь, что молодежь читала письмо к интеллигенции. Можно задать им вопросы, и я их завалю. Они, многие из них даже не читали, к сожалению. Но все равно всем большое спасибо.